Еженедельно заместитель главы администрации Ленинского района Сергей Куканов проводит у себя приемы. Давайте посмотрим, с какими проблемами сегодня люди пришли. У нас дорога проходит по землям сельхозпроизводства ЗАО «Совхоза Ленин». И Павел Николаевич собирается эту дорогу закрыть, и у людей просто отрезается дорога. Вот, видите кусочек? Вот он. Вот, а это вот его квартал, а вот это земля наша, муниципальная. Люди будут не на вертолете же летать. Вы не единственный человек, кто обращается по этому вопросу. Проблема стала уже массовой. Действительно, так получилось, что эта дорога находится на земельном участке, находящемся в частной собственности ЗАО «Совхоз имени Ленина». Для того, чтобы разрешить этот вопрос, администрация впервые в первом генеральном плане, который был утвержден спустя десяток лет, запроектировала расположение данной дороги, предусмотрела генеральным планом расположение данной дороги. К сожалению, собственник в лице ЗАО «Совхоз» не соглашается с нашим предложением расположить дорогу там, где она существует и существовала все эти годы. Решение об утверждении генерального плана сейчас оспаривается в суде. Здесь странная ситуация. С одной стороны, совхоз говорит, что нам внести изменения какие в дорожную карту, а с другой стороны, опротестовывает эту дорогу, которая предусмотрена в генеральном плане. То есть есть некое непонимание все-таки, он соглашается с этой дорогой или не соглашается. Предусмотрели альтернативный вариант подъезда к этим земельным участкам. Ну и, естественно, продолжаем, несмотря на то, что дорожная карта не согласована со стороны ЗАО «Совхоз имени Ленина», продолжаем заниматься установленным законным порядком изъятия земельного участка. С этой проблемой телеканал «Видное ТВ» знаком. Несколько месяцев назад на эту тему мы снимали сюжет. За развитием событий следите в наших выпусках новостей. Юлия Погосян, Владимир Бежонов, «Видное ТВ».